Портал госуслуг, который с недавнего времени начал набирать популярность, позволяет гражданам Российской Федерации получить государственные и муниципальные услуги с помощью компьютера или смартфона. Используя официальный сайт www.gosuslugi.ru, через личный кабинет заявителю предоставляются услуги по замене водительского удостоверения и регистрации транспорта. Подобные вопросы также можно решить, обратившись в многофункциональный центр, рассказывает временно исполняющий обязанности начальника МРЭО Марат. Для чего я предлагаю это делать? Это для граждан, во-первых, дешевле обходится на 30%. То есть, если здесь они оплачивают полную стоимость госпошлины, то при обращении в многофункциональные центры для получения государственной услуги у них есть возможность 30% скидки. Что на замену водительского удостоверения, что при регистрации транспортного средства. Поэтому я всегда предлагаю, когда к нам люди обращаются за получением той или иной услуги, сначала пойти либо самим зарегистрироваться на сайте, на портале госуслуг, это госуслуги.ру, либо в случае отсутствия возможности таковой пойти буквально с паспортом и с НИЛСом многофункциональный центр, там в окошках принимают сотрудники МФЦ, делают все за них, вплоть до подачи заявки на наш портал, и в принципе в течение получаса они получают услугу, то есть оформляют заявку для обращения к нам. Мы эту заявку видим в тот же день. И, соответственно, по этой заявке проводим, подтверждаем ее, чтобы человек на следующий день или на тот день, когда ему удобно, мог прийти к нам и получить эту услугу. Активный пользователь Загир Султан Ахмедов рассказал о преимуществах пользования порталом госуслуг, подчеркнув, что это поможет не только сэкономить время, но и уберечь себя от нудной работы при получении вышеперечисленных услуг. Подал заявку МФЦ, получил электронный билет. Пойму времени сэкономил, пришел, тот самый, просто, доступно и быстро оформил, зарегистрировал машину на себя. Очень удобно, я другим тоже советую это. Бурлия Цамбиева, Курбан Гирейханов, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».